Чиним. Нормально все? Чиним. Здорово всем, сухопутные крысы. Я Евгений, великий рыбак на морских чудовищ. У меня есть трубка, у меня есть классная борода и... И больше ничего. В целом, да. Поэтому я такой злой и охочусь на всяких тварей. И зло во мне так выросло сильно и растет до сих пор, что сам Ктулху позавидовал бы. Сегодня у нас с вами новый босс, которого мы должны отиметь. Клянусь вобла, я насажу его на свой кукан. Однако темно, но моя лодка в порядке. Почему-то мой прилавок до сих пор не открылся. Ладно, хрен с ним. Помним, у нас есть гарпун, у нас есть рука и у нас есть чинилка. А раз у нас это все есть, значит у нас есть все, что нам необходимо. Понеслась. Эх... Морской бриз, ах, пахнет рыбой, пахнет сыростью и пахнет моей немытой бородой. Так, вы мне писали в комментах, а я читаю комментарии, ведь я продвинутый рыбак, что вот это, оказывается, ХП моей лодки, вот эти лампочки. Давайте смотреть. Значит, о, справа, значит, мы поплыли направо. Вот, видимо, вот в этот рельеф нам надо. Мы уже совсем близко, а я не вижу чудища. Где оно? Где-то там, внутри, блин, очень трудно будет, мне кажется, лавировать среди этих скал. А-а-а, что-то загремело. Что это загремело? Что происходит? Все выросло прямо из воды. Бывает разве такое? Я за 30 лет морских похождений не видел. Стоп, задний ход. Вот задний ход внезапный до кораблей. Хоть каждый раз, каждый день, каждый час. Такое бывает, да. А вот эти скалы, это что-то аномальное. О! Блинушки, вон оно! Нужно сразу без разбора пытаться это убить. Я попал! Ну, естественно, я попал. Я же опытный охотник. В сторону. Тихо. Он щупальцы поднял. Получай! А! Мой кораблик! Ну-ка, лампочки. Да, лампочки отнялись немножечко туда. А! Дивлюсь! Оно говорит со мной. Right-click, туйка... А! Взрывчатый гарпун у меня есть. Нам надо по щупальца стрелять. Вон оно, щупальца манит меня. Тихо. Осторожней. Что он делает? Он питается из этой скалы? Вот мы проплываем прямо... А! Блин, их просто всадил меня! Голова кругом идет! Он поднял меня! Он поднял меня, это очень круто! Не трогай меня, слышишь? Подорвать! Чуть выше бери! Воу! Ё-моё! Ё-моё, я же сказал, перестань это делать! Все, чинимся до упора! Погодите! Вот, хорошо! Он сейчас садит мне! Стой! Заднюю! Очень напряженно. Блин, все, горим. Надо валить. Надо домой. Просушить свои весла и носки. И трусы заодно. Перестань! Блин, я же чиню, ты не видишь? Он продолжает это делать. Свинья такая. Куда мы всадились? Нет, все нормально. О, блин! О! Я поймал! Я могу обороняться! Навык получен. Прямо как в книге про Ктулху. Когда отчаянный моряк развернул свою лодку носом к монстру и направил всю свою мощь и гнев на него. Он взял свой гарпун. Нет, этого не было. Это уже мои, да, мои собственные сочинения. Просто бездумно швыряем. Нравится, сволочь? Мне не нравится, что я в скалу нельзя. В сторону. А! Чуточку мы в скалы прям ушли. Сели на мель. Вот, хорош. Взрывайся. Он пытается с нами говорить, но я не настроен на мирные переговоры, понимаешь? Осторожно. Скалы повсюду. Хорошо, если поменять на обычный гарпун. А, вот, он чувствует боль. Я понял, для чего нужны разрывные гарпуны. Это чтобы камни колоть. Вот. Хорошо, мы ему всадили. А! Да, блин. А! Тихо, нет. Хорош. Чуточку подлатать здесь, там. Давай, ну, хороший бросок. Тихо, в сторону. Гарпун разрывной. Давай, есть. Смог, Евгений. Он же великий рыбак. Мой кукан тебе не по зубам. Он опять продолжает питаться через эти скалы. Он отворачивается постоянно. Ну, ты стесняешься, видимо, да? Сейчас мы лицом к лицу с тобой встретимся. Ой. Да!
Я вижу камень! Я встречу тебя достойно! Отлично! А! Плачешь от боли! Он опять меня поднял! Есть! Этот мерзкий кальмар подлечился только что опять! Причем на полную! Познай силу моего гарпуна! Гарпун! Силу! Нет силы? А-а-а! Все, я понял, там щупальца в некоторых местах светятся, а в некоторых нет. Бам! Бам! А горю-то я! Давайте прямо в глаз ему попробуем швырнуть. Ну-ка! Я, по-моему, попал. Что это? Что ты делаешь? Ты краб! Ты что творишь? Мы потонули! Снова мне привиделось. Смотрите, где рельеф вырос в этот раз. Прямо сзади моего дома. Никакого уединения, блин. Я понял, что я позабыл про функцию замедления времени. Про концентрацию. Ща накидаем ему гарпунов. Воу, воу. Ну-ка, мы можем вот эти скалы? Нет, не можем эти скалы. Кстати, походу, мы не коцаемся, когда наезжаем на скалы. Эх, защита у моей лодочки покруче, чем Титаника было. Ну-кась, прямо в глазку. Есть, все, активирована злость кальмара. Концентрация. Блин, дерьмо, не концентрация. Как он мне всадил только что? Как я выдержал? Жесть. Да хватит пинать меня! Блин, теперь я скучаю по тому червю. Он был гораздо дружелюбнее, чем это. Так, главное чинить, успевать вовремя. Ух, сбаламутил воду. Всю сеть мне распугал, ублюдок. Осторожней. Промахнулся, блин! Прости, лодочка. Я просто выпил перед этой рыбалкой. Ну, как бы, я же не мужик, что ли, не понимаю. Замедление времени. Опять же, спасибо водке. А! Промахнулся. Попробуй с такой... Качка, ты попасть хоть куда-нибудь. И причем эта вода тут гладкая. Это меня просто плющит. Я истребитель камней. Попадешь ты. Молодец. Все краснеет небо, мама. Вторая фаза. А! Боже мой, меня опрокинуло. И подняло. О, теперь больше камней меня кидает. Да какого дьявола? Черт! Смотрим. Ладно. О, нет. Ой, забомбило меня. Ой, сейчас забомбит меня. Слушай, я, по-моему, даже спас как-то свой кораблик только что. Тихо. Продолжаем чинить. Чиним. Нормально все? Чиним. Надо дым. Залатать дымок. Дым — это плохая примета. Опять хилится, сволочь, начинает. Срочно направляем лодку на ту щупальцу, которая пытается хилиться, их тут целых две. Он перестал. Ага! Вау, да что ж это делается-то на Руси? Блин, меня подняли. Ах, чувствую себя такой прекрасной дамой, за которой ухаживают и поднимают на руки. Что, осьминожек, жалеешь, что родился? В сторону! Бам! Идеально! Ладно, немножко попало, чуть-чуть попало, ничего страшного. О, ну-ка. Отличный бросок! Плохой бросок! Но попал. Нет, он опять начинает хилиться, будь ты проклят. Что это за бросок хилика был только что? Да ты схватишься за руль или нет? Все, хватайся. Он опять залечился на максимум. Разбей все камни, челлендж выполнен! Давай же, попади уже. Есть! Что, он опять хилиться начал? Да будь ты проклят. Ой, вижу, как камешки в меня летят. Нет, нехорошо. Тихо. Кажется, мне сейчас опять... Да. Все, опять поднял меня. Смотрите, он опять залечился. О, и я промахнулся, и он тоже. Давайте швырнем его. Ау. Давай. Бросок. В сторону. Черт, больно было. А, напряжение чиним. Есть, ух, реакция сейчас была крутая. Что, опять? Он меня просто уже вот
печенках сидит. Сколько можно хилить себя? Мы с ним чем-то похожи. Он себя хилит, я себя хилю. Это бесконечная битва. О, мой бог. В сторону, в сторону, в сторону. Все, выжили. Есть! Давай еще один хороший выстрел. Да! Нет, не смей чиниться! Да я же швыряю, блин! Не туда швыряю, оказывается. Надо в мягкую, светящуюся штуку кидать. Давай, покажи, что ты можешь. Это все? Осталось совсем чуть-чуть. Последний. Хороший бросок, еще один. Ах ты гнида, ах ты дрянь. Да-да-да-да-да! Ах! Ох, хорошо, это была долгая битва. Такая эпичная. Третий босс открыт, и мы его увидим в следующей серии. Понравилась ли вам моя рыбалка? Хотите ли вы супчика с осьминожком? С огромным осьминожком. Маленькая тарелка и огромный осьминог. Если вам понравилась моя уха, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, ссылка будет на них в описании. Увидимся в новой битве с лавкрафтовскими чудовищами или в любом другом видосе, который я сделаю. Не забывайте про мой сайт с комиксами и мерчом. Поддержите проект, это очень крутая штука, вам обязательно понравится. С вами был Юджин, и всем пять!